А представила, а как имя отчество ваше? Наталья Игоревна. Наталья Игоревна, скажите, а почему дело не закрывает? На суде вот опровергли ее показания вчера. То есть ни один не дал показания, что она была с побоями, что она была окачена побоями. Вчера был суд по поводу одной из сторон. А какое дело гражданский суд имеет уголовного? А в смысле показания по побоям, какие она пишет, да? У меня вообще нет никаких данных про ваше гражданское дело. Тогда при чем здесь гражданское дело вообще? А ваше дело на каком основании вообще ведется? По заявлению потерпевшего. По заявлению? А заявление это обосновано вообще? А чем оно? Как-то сука вы будете разбираться? Что же комиссия вторая в Кургане прошла, ну. А вы все еще разбираетесь. Почему по моим-то заявлениям-то вообще, или по ее-то на ее маму, да, на коррупцию, то почему дела-то не велись, а почему мое ведется необоснованное вообще? Сколько лет вообще съемных показаний якобы я по ней снимал, сколько прошло месяцев вообще? Где свидетели, где побои вообще? Все свое время, свое время, да? Сергей Анатольевич. Год рождения ваш? 1981 год рождения. 12 июня. Так, а вы кто у нас? Защитник, адвокат, находится там ордер в деле. Предоставлен. Ну, ордер в деле, но присутствие на экспертизе должно быть согласовано с следователем. С ним согласовано. У нас же не должно было звонить вам, потому что когда ты свои фильмы приносил, раз в нем исцеление имеется. Что беспокоит вас? Зачистки ничего как-то не беспокоит. Вы здоровый человек. Ну, бессонница не страдает. А чем страдаете? Да, я в интернете особенно так-то работаю, там помогаю кому-то программу менять, вообще вот так вот подрабатываю. Нет. Ну, я с интернетом, с компьютером нехорошо как бы связан. Ну, а работа, где платят деньги, есть у вас? Нет? У меня официальной работы нет, я подрабатываю просто Windows, кому-нибудь поменять, там, программу установить, там, CAM-плеер, там, антивирус какой-нибудь. Ну и дома, соответственно, я делал все сам. С Еленой мы жили 1.5 года, она мне изначально как бы узнала, что я между 3-й группы, значит, я вытащил ее от алкозависимости, у нее были галлюцинации. Подождите, моя мама как бы... пока, они пока не надо. Так, значит, вы сейчас, с кем вы живете сейчас? Это лето, в принципе, я один прожил. Я у компьютера сижу в интернете, постоянно работаю, как бы поэзией занимаюсь. У меня свой сайт, ему 3 года, посещаемость хорошая, в других странах. Понятно.
Значит, вот что случилось, что вот вы пришли к нам с адвокатом? Ну, дело в том, что Елена Ширяева, то есть моя жена в данный момент, бывшая Якушева. То есть, подождите, вы с ней зарегистрировали браки находитесь? Да, с 19 июля 2012 года. Только официально. И это получилось так, как я пробовал заступаться перед участковым, она вела плохой образ жизни. Подождите, не невеста. Угу. Вот, не невеста. Вот речь идет о вас, да? Значит, если, тем более, она ведет плохой образ жизни, зачем вы на ней женились? Тем более, она только мужа похоронила, непонятно, какой причине. А, смысл в том, что я просто ее полюбил, на самом деле, все. И она этим начала пользоваться, так как уже поняла, что врать смысла нет, и как бы я уже сам в таком положении, что уже развод будет, все, значит, 23 сентября, 8-10, мировой судья, там все такое, повестка пришла уже в суд. Она меня использовала, просто я не предполагал, что вот так вот все, и мама там, и все, все вместе, вот я не предполагал. Так, а вы до этого сколько раз были женаты? Ни разу. Это первый мой брак. Первый брак. Ну, с другой стороны, вот вы знали ее мужа, да? Да, мы были знакомы. Не друзья были? Мы были, так сказать, он мне, вот, у меня поджелудочная, вот, да, вот, как бы, желудок там, язва. И мы с ним в больнице во второй городской виделись. И он мне потом подсказывает, какие таблетки подешевле можно покупать и которые более эффективны. И как бы мы с ним общались. Ну, он неплохой был человек, я бы не сказал, что как бы. Она, конечно, говорит, там он меня бил, там бил, там много чего я понял просто. И в итоге как бы сам вот сейчас пострадал. И ее... А чего вы считаете, он пострадал-то? Я считаю, чего пострадал? Ну, да. Я пострадал. Ну, нет, вы так как пострадали? Вы сидите. Ну, в каком плане? На меня вот заявление. А он потом сидит. Ну, так я понимаю. В смысле, мне повезло, получается, или человек, конечно. Ну, а чего ему не повезло? В смысле, ему не повезло? Ну, да. Я бы мне не повезло, я пострадал. Ему, вы-то какой пострадал? Так на меня заявление написано, что якобы я нанес ей побои. А у нее приступ, вы, она в обмороке, пьяная, перепивает человек, понимаете, я, говорит, хочу напиться. А если не дашь ей пить, так она один раз ушла, вот, когда я спал, изменила мне, понимаете, нет. Так если ей не давать мне рюмку, то это выпить, она может уйти вообще к другому, понимаете. Я ремонт и сделал, я готовлю, я стираю, я пылесосю, все. Я за 3 компьютера в доме, все, за 7 я слежу. Она всегда в чистеньком, гладеньком, я всегда в беленьком. Ну ладно. Но с другой стороны, это квартира ее мужа умершего. А вы тут какой-то не имеете отношения? Соответственно, я как бы и не претендую на ее квартиру, если честно. У меня есть квартира на вокзале. Вы сейчас где живете? Я живу, а я там прописан, в принципе. Ну вот вы прописались, кто живет, она где живет. Она сейчас у мамы находится. Она не живет там. Своей квартире она не живет, а вы в квартире ее живете. Так одна вторая, она не оформлена вообще-то, если честно. А что вдруг там? Вы ее не строили, вы ее, а она получила ее по наследству. У вас одна вторая. Я что, разве ее забрал или под ножом заставил? Нет, ну вот я спрашиваю просто это. Просто она пишет заявление, что вы ее поили таблетками своими. И заставили подписать. Какими таблетками? Никаких таблеток она не принимала. Ну ладно. Так, вот все-таки у нас есть на вас достаточно карточка толстая, да? Вот. У вас, если что, вы лежали неоднократно, вот у нас в больнице. Ну, у меня были просто с мамой жил, когда в однокомнатной. Сейчас как бы я из этой однокомнатной сделал двухкомнатную. Как бы получается, разделю, как бы там двери, все, полностью ремонт. И мы просто конфликтовали, что мы жили вообще в однокомнатной квартире, что как бы практически друг напротив друга. Что она включала в 6 утра, допустим, громко телевизор, я спал там. Или еще что-то.
И что твои не мешали, на что? Ну так я же не мальчик, меня же, извините, вот так вот как-то с кем-то встретиться, в гости придут. Ей много чего не нравилось, меня, но пришли к тому, что разделили эту комнату, как бы я сделал свою, у нее свою. Понятно. А вот попадали как к нам вот, в нашу больницу? Это было в 2003 году, первый раз. Ну да, что-то случилось. Ну, мне сон приснился, что я Бог. Ну, в смысле, в Духе Святом это было в 2003 году. Ну, мало ли еще кому снится, да. Ну, меня мама сюда просто привезла, там, так и так положили первый раз, там, второй раз, на отметку не пришел, меня еще раз положили, увезли просто и все. Ну, на самом деле бы кто? В смысле кто? Как тебе, Сергей Анатольевич, житель города. Ну, есть какие-то вот особые таланты или особые призвания или особые... Ну я поэзию пишу поэзию, веду сайт художественной работы, видеоработы, то есть самодельный полностью. Ну, вы говорите, я ее спасал от алкоголизма. Но с другой стороны, врачи это плохо делают, а вы как? А я не понимаю, почему у нее мама врач, и полгода, когда я пришел, то там не было дивана, она спала на грязной тряпке. Сейчас дивана два стоит, три компьютера, компьютеров не было. Обои белые, потолок уклеенный. Там, знаете, я вам фотографии могу принести. Нет, это все понятно. Как вы ее вот, излечивали, вытащили от алкоголизма? Ну, во-первых, я не давал ей пить. Она не спала 5 суток, потом уснула, слава богу. Значит, как бы, ну, брали джин просто, вот знаете, вот так вот. Ну, она вообще ее трясло. У нее уже стадия была алкоголизма. Она полгода пила вообще спирт. Я ее пожалел, потому что я видел в 2003 году первый раз на рынке. Она красивая девочка. Я бы никогда первый не видел. Первый раз когда видел? А? Первый раз в 2003 году. В конце, нет, летом 2003 года. Я на рынке работал, виски торговал. Вот так вот. И она там семенами у лотка. И мы так вот познакомились. Она мне очень понравилась. Она голос тонкий, так и так. И спустя, значит, 10 лет, можно сказать, мы встретились у банка. У меня вот карту заживала с 2000, и такси уже ждало, как бы. И я на ось, Серега, привет, так и так. И сразу меня просто подцепило, я говорю, дай 1000 до утра в долг, в банк зайдем, я верну. И так и получилось, побывал у нее дома, я зашел к ней домой. Господи, ну, извините, я был удивлен. Там, то есть, в обуви ходит вообще, понимаете, кто по прихожке снимает обувь. Значит, я говорю, где у тебя диван, на чем ты спишь? Вижу пепельницу, бычки, я говорю, у меня, говорит, муж умер, я, говорит, полгода в запое, так и так. Ну и все, я решил помочь просто, я вытащил ее из этого. Она сейчас ходит, ой, ей как бы. С помощью чего вы вытащили ее из этого? Ну, с помощью любви, конечно, чувства, как-то разговоры с ней. Ну, кто может чувствовать женщину, которая полгода пьет? Ну, извините меня, ну, знаете, вот, как вам объяснить? Вот меня вот нашли в нее. Ну, она инвалид третьей группы, я инвалид третьей группы, вот так вот предположу. Ну, а вы третьей группы какой болезнь? Я даже не знаю диагноз, если честно. Мне никто его не показывал. Люди сколько бивают, порой дайте руку, ему дают, а вам просто сожрали, дали, так. Я что хочу сказать-то? Если я считаю себя адекватным и не вел неадекватного паразитического образа жизни, я не спивался. Я что сделал? Делал ремонт, замки сейфовые там вставлял, там инструментов там, допустим, мало там, да, вот это все вручную там все. Я работал. Я же стирался один раз и один раз готовил. Это было летом, через 1.5 месяца, как мы познакомились. То есть мы познакомились 13 марта, 14, значит. И я стирался и готовил. Я захожу в комнату, ну, из ванной выхожу, на кухне проходя, значит, вижу, ее нет в комнате, я не наблюдал. Но посмотрел на балкон, она уже слезала наполовину с балкона. Это зафиксировано в ее заявлении, когда написала, что Сергей мне помог, а мама хочет забрать квартиру. У меня все эти бумаги находятся, например, распечатки этого дела. И я подбежал как бы к балкону и, так сказать, за волосы, конечно, схватил, дернул на себя, что не дал ей упасть. Так, извините, даже вот, когда люди тонут, их так же утаскивают. Я не мог ее за попу хватать, чтобы она сорвалась. И не стал кричать, понимаете?
Я спас ей жизнь, она очень даже была благодарна, но потом, как все уже время прошло, забылась, мама, мама, там и так далее. Она... И она периодически как бы настраивает ее против меня. Я считаю, что она зависима. Это уже их отношения, я не лезу. А последний раз вы лежали у нас из-за чего? Ну, я даже не помню. Ну, наверное, там из-за ссоры с мамой там. Ну, было такое, что она как бы просто вызывала, допустим, я поконфликтую, там Виктор Михайлович говорю, если что, звоните, там и все, приеду, заберу. Ну, привозили, увозили просто, там уже в первое отделение, и там хочешь, не хочешь, лучше сам распишись, не хочешь, значит, будет принудительное лечение там. Ну, так было, в принципе. Ну, я уже расписывался, потом без проблем просто. Такое на принудительном или обычном лечении? Ну, я был на принудительном лечении. А из-за чего? Ну, тоже я с мамой, я жену постоянно конфликтовали, но как бы иногда не находили общий язык. Вы можете как-то, не знаю, вызвать, если хотите. Ну, семейные ссоры, конфликты, они вообще-то в каждой семье. В каждой второй, так скажем. Ну, я сейчас смотрю, вот трехи, доказывал вам, что он божественного происхождения. А сейчас рассказывает от этого. Он доктор рассказывал сам. Как я мог говорить, не знаю. Может быть, там Виктор Михайлович проконсультировал тогда. Вот это написать. Ну, это 10-й. Какого божественного происхождения? Ну, 10-го оно было, сейчас я перестал. Я что и делаю, Леонид Данилович, я работаю. Я его на самом деле люблю, люблю. И я уже просто, мне становится легче, конечно, чем вот больше времени без нее проходит. Тем более она вот звонит всякие попости и говорит, ну, вы думаете, было легко вот так вот я вот увидеть в таком положении, ну. И там мама тоже постаралась. Я за нее вообще все узнал. Все вообще полностью. Где она была, как и что. В смысле, где она была? Ну, там не важно, это личное. И это узналось уже через полгода, через год уже, там уже все вместе. И мне просто больно было за нее. А если уже расписались, прожили, уже ремонт такой провернул, я вытащил. Она мне вообще говорила, если я тебя не увидел, там, может, дней через 10, я говорю, не знал бы. Я ходил и искал тебя там и так далее. Ну я не знаю, я верил этому всему просто. Я разве похож на мошенника или кого-то афериста? Нет, но не смог ее задушить, вот так обнимаю ее крепко. А, как вам объяснить? Вот это вот сумма Игоря Юрия Степановна. Она ей говорила, не расписывайся с ней, не прописывай. Когда она узнала просто, что мы вступили в брак, это было из участкового, чтобы ей помочь, мало ли что, понимаете, что муж, он и так и сказал. Вы вообще кто? Покажите документы из паспорта. Он мне розыск, ну. На этом как бы и построилась вот эта роспись в ЗАГСе. И когда она узнала, у меня есть, я жалобу написали, мы зашли, она накинулась на нее с кулаками и на меня. Мне нанесла не менее, и это место подарком на свадьбу. На кулаками. Ну, Вера Степановна Якушева, это место было подарком на свадьбу. Ну, не с кулаками, с пощечинами, в смысле, вот так вот, да. Это все зафиксировано, ее показания по северу. Где? Где зафиксировано? Я хотите, я компьютером открою, будете читать? А, ну, в смысле, документы, документы, с фотографии. Это... У меня хватит вот дела, которое уже... У меня вот ноутбук с собой просто, там все есть. Но... Дело, которое за ними следует сначала, может быть, дома. С мамой мы тоже как бы поддерживаем отношения. Ей помогаю непосредственно. И я заметил, когда я Елене говорю, что мы сделали ремонт у тебя дома, да? Я говорю, давай маме сделаем ремонт, поможем. Как бы она осознала уже, да, уже
Сейчас, ну как бы, не девушка. Она... Маме вашей? Да, моей. Она почему-то злилась, ей было жалко денег на обои, то, что ей, значит, она не любитель работать. За год она ни разу не постиралась, единственное, картошку почистила. Ну, в смысле, я все делал вообще. Но она у меня, говорит, ключица сломана, она так и так, а потом как бы стало все открываться-то. И она поняла, что смысла врать уже нет. Вот так вот. Она меня использовала. Так вы сейчас говорите, в сентябре вы разводитесь. Да, 23-го. Что там заявление? Нет, ну, я дам ей, конечно, шанс, что я откажусь, конечно, от развода. Это я имею право. Кто заявление подавал мировому судье? Она, ну, там с подачей мамы и все. Там нет, она подавала, или вы? Я бы, если бы надо было вот так вот, она бы пришла, поговорила, я бы, давайте сходим вместе, что просто по ЗАГСу. Зачем суд там? А надо как бы, Вера Степановна, вот, как бы, теща, так сказать. И надо вот такие процессы. Она постоянно вообще сплетни там пила про меня там. Угрожала там это Виктору Михайловичу, что вот тебя закроют, ты оттуда не выйдешь там и так далее. Это было, она сама врач, как бы, она бы, я не знаю, ну, там жалобы были, как бы, на нее, так вот, президенту в адрес, да, и с юными-то возможностями она сама-то бы не уволилась, ее попросили просто по-собственному. Она делала раз такое, я все, я, говорит, не работаю, я уволилась, а сама работает, Елене говорит, и потом уже звонит, ты что, говорит, мама, на самом деле, что не работаешь, что, ну, мало там 200 рублей на хлеб, там, допустим, вот так вот, да. Она говорит, ты что, говорит, дурочка наивная, все еще в это веришь? Я, говорит, работаю, у меня все хорошо, вот так вот. И потом уволили ее уже, ну, все, она вот ушла с работы через месяц. Это дело-то серьезное, как бы, ну, зачем терпеть что-то необоснованное вообще, чем? Мало того, что вытащила, все, ремонт сделал, она чистом, все накормлено, сыто, как бы, пить не давал, слава богу, ну. И так еще и жизнь спас с балкона чуть. Ну, может, угрызение совести там на какой-то почве, я не знаю. Это не мое. Я свои факты могу обосновать и объяснить. А то, что на кладбище она падала, значит, как в пьяном виде. Она говорит, я хочу напиться. Подъезжала полиция, Валентин Данилович, они присутствовали, они знали, они поняли, что она сама падала, что она в опьянении вообще в полном. Они уехали, такси подъехал, я ее увез. Набрал ванночку, помыл, все, как ребеночка. Ну, а куда деваться, жена? С любовью все, ей понравилось. Вы это все спросили? Какая группа инвалидности третья? Третья группа. До этого вторая была, да? Нет, третья я принимаю сама пакет. Но вы не работаете, несмотря на третью группу, да? Понимаете? Для Юры, вот так. Давайте я вам правду скажу вот так вот. Я искал работу. Елена, когда уходил за хлебом, она мне звонила, где ты, что ты, как. Она, я говорю, давай вместе пойдем. Мы хотели дворниками идти вообще в садик, понимаете? Что вот так с утра прийти, но она только вместе. Она меня вообще не отпускала никуда ничего. Она вот такой человек. Вроде бы она сама вот так вот ушла один раз вообще. И потом выяснилось, что к футболисту, что это, побеседовать якобы. Потом выяснилось, значит, что у них был секс. Она написала заявление по изнасилованию по этой статье. А потом, когда все выяснилось, она пришла, попросила на водку, это было как бы, понимаете, люди все любят, что простишь, но и никто не носил, она за изнасилование следственный комитет писал, понимаете. Человек-то принимает вот такие решения легко, вообще не задумываясь о будущем. Да? Ну, потому что она, как может быть, испугалась меня или что. Она говорит, он меня изнасиловал, а потом, значит, уже, как бы я был у него. Я говорю, Макс, я говорю, мы уже разводимся. Я говорю, я тебе ничего, ни пальцем не трону, ничего, что. Ну, муж же, правильно, ревность там, порыв страсти. И в итоге он, ну, смотри, он как бы, она говорит, пришла, попросила наводку, я дал деньги. Она сходила в магазин, первая, вторая, третья, как бы была уже выпившая, я уснул. И как бы
пили 200 грамм водки. Это что-то праздник, это было что-то такое. Как бы что не 0,5 брали, это по 100 грамм. Но... И в итоге они занимались любовью, так сказать. И для меня был удар, что она сказала, что изнасиловала. Пошли в следственный комитет, соответственно, отказ пришел, все, и так вот все. И после этого всего-то мне уже с ней по-любому надо разводиться, когда мне меньше устраиваться на работу, попытаться начать новую семейную жизнь. Надеюсь, не с алкоголиком просто. Потому что если ей не давать пить вообще, это закончится вообще. Ну, ладно. Так, ну и что вы хотели бы вот от нас, вот вас свет направить, ставить перед нами вопросы, на которые мы должны ответить. А вы то, что даже свет не говорили, нам ничего не говорите. На своем божественном происхождении, на своих особых способностях, ныне, то, что вы вот в стационаре говорили. Я вот не понимаю сейчас, на каком божественном происхождении. Я не знаю, написано так. Ну, я не писал же, Валентин Данилович, вы спросите меня. Ну, говорил, по крайней мере. Не говорил я такого, ну, какое божественное. Я отсюда не вышел, нам через 45 дней, я бы, наверное, полгода провел с такими-то записками, если бы я такое говорил. Меня бы лечили и лечили, но... Ну, как вы взял Гавачинка и взял? Ну, так смысл, почему? Старосовский, он вымогательством занимался, он на подарок намекал, я ему телефон софтовый принес. А на субботу-воскресенье Валентин Данилович, он меня отпускал, я ему капку конфет купил, две бутылки Кагора, а без подарка он меня даже с мамой не отпускал. А тут решил отнести без мамы, в пятницу у меня, значит, это с утра и вечером отпустили. Ушел в понедельник, принес конфеты, это жалоба была президенту, это были разборки. Все в курсе, есть свидетели тому, как я ему принесу телефон. Его, значит, взял этот подарок, так сказать, ага. Санитар, значит, Сергей Анатольевич, или как же, я не помню. И, значит, он был у старшего медбрата, и потом он ушел Виктору Михайловичу. Да. Он намекал просто мне, вообще давил на меня очень сильно. А то, что я, кто писал, я не знаю. Они были друзья, как бы, с мамой-то. Видимо, он перестарался. А мама где у вас работала? Она работала как бы, ну, в молодости она как бы вела творческие образы, значит, в школе танцев. Затем на телефонном заводе работала. По-моему, они там вместе, что не знаю. Затем, когда стало сокращение, пошло, то есть перестройка началась, она ушла работать с фруктами, так говорить. Но меня же надо было кормить, а я был ребенок. Нет, но вы говорите, она вас прочел. Работала. Нет, они друзья просто с Виктором Михайловичем. Я не говорю, что она врачом работала. Но... Ну ладно. Если до вопросов нет, можно уйти. Большое спасибо. Связаться по телефону с ней. Сейчас по мобильному. Здравствуйте. Наталья Игоревна, да? Здесь вот адвокат, вы пишете, разрешаю, капитан юстиции Аплетаева, да? А печать не поставили. В общем, вы подтверждаете, да, что это вы писали? И подпись ваша, да?
Все, это оставляем бумагу тогда у себя. Как разрешение, значит, присутствует защитнику. Все, все, все. Ладно. До свидания, до свидания. Фамилия, имя, отчество. Кокотель Сергей Анатольевич. Год рождения. 12.06.81. 81 года рождения, да? Так, вы являетесь, он подозреваемый, да? По делу. Подозреваемый. Я, насколько считал, 117 и 119 статьи у него, да? 117, пока 119 еще не дано. Ну, есть 119, вот здесь, потому что постановление есть 119. Есть, да? Есть, есть. Просто обвинение пока не предъявляли. Ну, он подозреваемый. Подозреваемый по 117 и 119, да? Значит, вы в своей статье помните, 117 часть первая? Да, конечно, я понимаю, что я читал, но сейчас другая только делать, 117, все помню, да? Часть первая и 119 тоже часть первая, так? Да. Она ложная, просто показания отдают, я как бы это особо внимания не обращаю, как на статье. Это не показано. Подачи мама ее там ругали, у меня документы с тобой, я могу вам их делать, в принципе, как бы приобщить. Нет, здесь это уже то, что есть в деле, то у нас это все документы должны быть приобщены к делу. Можно исследовать, а это понимаете, они же везде к делу приобщены. Это сделано это показание, что она давала такие показания, что один очень вот исследователь, потому что дело было сюда направлено раньше. Нет, как дело решается, они сразу приобщаются. Так, это карточка ваша из Шадринска, да?
значит, ваше удостоверение, что я написал. Николай Леонидович посмотрел, вы их сейчас третьего смотрит. Но один еще должен быть. Нет. Что? Чтобы ли у подвальщика она вам помогала, нет? А нет уже я это. Нет, не сегодня надо. Это мы, если что, это, то. Сегодня комплекс. А? Ну, комплекс не зайдешь. Нет комплекса. Так хотела. А кто звонит? Соболева. Сама звонила? Да. А, так она же, она только комплексный вид смотрит. Ну, она хотела вам помочь, это вы один То есть вам назначена повторная экспертиза, вы в курсе? Да, да. Повторная.
Из первого? Да, из первого. Какого? Какая история? Киселева, что ли? Забрали давным-давно. Полтора часа назад забрали. Ну, посмотрю. Значит, Сергей Анатольевич, вам уже проводилась экспертиза в Шадринске. Здесь есть, в принципе, подробный акт. Я хочу кое-что уточнить. По-моему, к этой комиссии аудиозапись еще шла. Приобщалась, да? Запись еще той комиссии. Как должен быть, ведет там и так далее. Ну, я это, аудиозапись мы не слушаем, я имею в виду документы, здесь есть. Значит, здесь я уточняю. Среди родственников психическим заболеванием никто не страдал, да? Да. Написано. То есть я уточняю, родился единственным ребенком в семье, верно? Да, да. Ну, то есть вы это подтверждаете. То, что если что-то неверно, вы мне скажете, так. Посещал детские дошкольные учреждения. Так, в школу пошел в 7 лет, окончил 8 классов общеобразовательной школы. Вечерний, девятый, да, вечерний. 8 классов общеобразовательной школы и 9 классов вечерней. Нет, почему? Я в вечерке еще 2 года заучивался. 6 класса или 7 там берутся. А, то есть 8 классов вечерней школы. Нет, я пошел учиться в первую школу, потом пошел из первой школы. У вас образование 8 классов? Да, 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 да. Но 7 и 8 окончили вечерние школы. Я пошел в первую школу с первого класса. И класса до 7, 6 закончил, на 7, 8 я пошел в вечернюю школу. 7, 8, то есть 6 классов. Обычные школы и 7-й, 8-й классы вечерней школы. Да. Не, на второй год вы не оставались, да? Один раз оставался, это первый. Не помню, какой класс, четвертый был там. То есть это неправильно здесь написано. Неправильно написано. Здесь написано 8 классов общеобразовательной школы. Ну так она общеобразовательная. Но это вечерняя. Это несколько отличается. Ну я не знаю. Я разве это писал, вы поднимите, я не знаю, запрос сделать. Нет, нет. Это вечерняя школа, это и есть вечерняя школа. Вечерняя доучка. Потом здесь написано, что вы на второй год не оставались. А на самом деле вы оставались. Ну, у нас остался за двое. В каком? Прогуливал я. В каком классе? В четвертом, по-моему. По математике у меня плохо было. В четвертом классе, да? Да. Я не уточняю, не помню, как он. В четвертом, по-моему.
Значит, в четвертом классе вы говорите, да? Я не помню, я же ответил. Примерно. Я пишу в четвертом классе. Я не помню, я не уточняю. Просто я не уточню. В четвертом или пятом классе, да? Ну, давайте так. В четвертом или пятом классе. В армии не служил, как был судим, 161-я, да? Так? Не, вообще там как-то воровство, кражи. Ну из-за судимости было, да? В армии вы не служили. По сути, кражи, ну, неоднократно. В 98-м году кража 4, значит, условно. Потом еще раз, лишение свободы, срок наказания отбыл полностью. Последний раз. Мне дали 6 лет, и там московский прокурор был от Кургани, не скинул там часть, перебил третью, на вторую. Потому что он был малолетки и не более 10 лет. Освобожден в 2003 году по отбытию наказания, да? Да, по отбытию. Ну, полтора года мне сбросили. Так. После возвращения из мест лишения свободы проживал у матери в однокомнатной квартире, которая была перегорожена плотяным шкафом. Да? Сейчас там стена стоит. Нет, понятно, раньше. Предлагал матери разменять квартиру, чтобы жить отдельно. Из-за чего начали возникать между ними конфликты. Так. Значит, в сентябре 2003 года вас впервые освидетельствовали, значит, Шадринский психоневрологический диспансер, да, врач. Так, потом они направили в стационар, где находился, в общем-то, в сентябре по январь 2004 года. Так. Давайте уточним, как начиналось-то вообще. Нет, ну здесь, видите, здесь все собрано, все материалы собраны. Я не знаю, просто дам, как это было вообще. Ну давайте, не надо, нет, может уточнить, надо, все-таки четвертый, там пятый, вы это уточняете, а почему, как меня принимали, не уточняете, сейчас я не могу рассказать. Это делал Владимир Иванович Усоров вообще-то. Я вот так же зашел, он сидел, в принципе, как вы, только у окна подальше. Он сам рисовал разными ручками на листочке, но... А потом, когда я за взятки на Колосовского писал жалобу в Москву, к Клюкину пришел, в смысле, на разборке ответ, значит, сидел врач напротив Клюкина приемного покоя. Я вот так и так, но я ему, он не отпускал меня на субботу, в воскресенье, значит, на выходные, домой даже с мамой. Когда я ему пообещал подарок купить, ну то есть вино я ему купил, две бутылки Кагора, коробку конфеты, еще что-то, по-моему. Uh-huh. И он меня отпустил даже в пятницу вечером, я принес ему это все в понедельник в пакете. Затем мне, значит, дали группу, дал мне, вот я тебе там группу сделал, там, у меня давай вымогательство, я ему купил сотовый телефон. Он мне занимался вымогательством, и он давил на меня потом периодически, понимаете? Что у меня в минимум, у меня 40 дней там курс лечения. Я сайт тут, я художник, что поэт вообще. Я такую поэзию пишу, что люди даже не верят, что вообще я пишу, потому что у меня лицо изуродливое. Ну, изуродовано от ударов просто, понимаете, нет. У меня было трудное детство. Но это не говорит о том, что я не вменяем какой-то. Ну. То есть вы вменяете? Ну, а как я не вменяем, я понятно, я разве не понимаю, где я нахожусь или еще. Жена у меня, вот жена, мы познакомились вообще. Возле банка, как бы, да, там, в 2 часа ночи, где меня карту зашивала, я ее знал, она там, мой Сергей, там, я говорю, где твой муж? Она говорит, он умер, там, так и так, вот, провели просто время, но мы с ней раньше виделись, и потом я просто ее пожалел вообще, я пришел к ней домой, у нее дивана даже дома не было, я говорю, где у тебя диван? Я, говорит, его выкинула, я говорю, почему у меня муж умер в постели, там, это... А сердечный недостаточный. Сейчас дома два дивана, я могу вам фотографию. У меня ноутбук с собой. Нет, это... Нет, ну в смысле, как не меняемся, я понять не могу. Я в Москву это буду, сейчас даже диктофон пишет, я понять не могу. Какие выводы это делают вообще? Владимир Иванович сейчас главврач, его не хотели ставить. Долженко, сколько ему лет вообще? Я разговаривал с адвокатом, с одним. Он говорит, а что ты хочешь? У него старческий маразм. Он сидит так вот, засыпает, он врачу задает вопрос. Типа там богоподобный в 2010 году. Он это говорит, вы писали, он не я не писал, потому что видишь, что у меня отключен диктофон, и рядом адвокат. Я говорит, не писал, а это писал вот это, я сейчас скажу. Мужаков, значит, с подачи Колосовского, покойничка, кстати, от инсульта по-моему. И смысл в чем?
Ну, мне как-то вы утверждали, что Сергей Анатольевич, вы считаете, что вы меняете человек и можете отвечать перед законом, да? Ну, еще бы, конечно, да, ради Бога, если я в чем-то виновен, есть основания, наверное, на все. Вы знаете, из чего это вообще написано? Я вообще могу бумаги просто... Не-не-не, не надо, не надо. Нет, здесь нет. Вот все бумаги находятся здесь. Разве это что-то обосновывает, или я не меняю? Все бумаги находятся здесь. Так. Вы, значит, потом уезжали в Москву, да, в 2006 году? В Москву? Да. Ну, ездил я там, я и сейчас... В Сургут тоже уезжали? В Сургут уезжал, и в 2011, там, нет, 2011. Потом вас привлекали, значит, за, значит, нанесение телесных повреждений маме, да, матери. И проводилась вам амбулаторная экспертиза, да, в Шадринске? Виктор Михайлович Колосовский, он как бы там то ли одноклассник, то он как-то работал. И общего типа у вас, общего типа, да? А фабрикат очень хороший, вы не понимаете, на каком основании я признаю шаленским, не меняем. Я что, неадекватный? А стационарную экспертизу вы никогда не проходили? Хотите, я ее пройду. Стационарную экспертизу. Ну, если есть основания, но то вообще-то это моя свобода. Да, ну, в принципе, вы не возражаете, да, против стационарной экспертизы? Ну, я не знаю, как бы это рассматривать, надо вообще-то, необходимо это или необходимо. Ну вот, возможно, что необходимо, потому что вопрос-то с формой здесь идет. Видите, вы же считаете, что все было ошибочно сделано, да, раньше? Что конкретно? Ну вот, принудлечение. 2007 году. Я вообще-то этого не говорил. Вы с чего это взяли? Что я нет, сказал, что принудлечение там было ошибочное. Нет, вы же говорите, что кто-то написал, не то написал. В смысле? Про школу, потому что я на второй год остался? Нет. А про что? Про принудительное лечение. Ну, в смысле, я пришел первый раз, меня привезли, там мне вообще сон просто приснился, что я бог, вот, и все. И зациклился на этом. Ну, бывает, ну, сон такой, знаете, был, что впечатляет чего-то, что... У вас сейчас третья группа инвалидности, да? Да. А вы вот здесь пишут, посылает СМС Барак Обаме, Папе Римскому, ЦРУ... Какие СМС? Какому Бараке Обаме? Не было этого. Ну, я в поисменил третий Фейсбук. Давайте я сейчас это зайду, не раз надо, нет? Не надо, нет. Я по какие смс, я в комментарии ему отправил, у меня в Фейсбуке есть. Фейсбук, он американская сеть, ну, мировая. Смотрите, телевизор вообще, ну, что такое, Фейсбук, знаете? Твиттер, ну, вот у меня в Фейсбуке он есть, он читает его, по-моему, у меня не друзья. Просто захожу к нему, читаю, пишу комментарии. Какие смс Барака Обамы? Это все публикация. Ну, вообще, смс Барака Обамы, ну, вообще бред, ну. То есть, то, что здесь написано, все неправда. Я этого не писал. Кто там что писал? Ну, он как бы взял, у тебя вот как бы есть свидетели тому, что я ему приносил сотовый телефон. Как он вообще у пациента, у больного, у инвалида на пенсии берет сотовый телефон за 3000 там, рублей или там, сколько он, 2, по-моему, но я вообще-то понять не могу. Если он живет там, у него там... Ну... А, минуточку, у вас ВИЧ-инфицирование еще есть? Почему? Гепатит С у меня. ВИЧ-инфицирование написано в феврале 2007 года. Чего? ВИЧ-инфицирование написано в феврале 2007 года. Этого быть не может, я вам серьезно говорю. Нет. Ну это вообще бред. Нет, конечно, я после этого анализа сдавал его. Гепатит С есть, да? Гепатит С, какой ВИЧ-инфицирование? А ВИЧ нет, да? Нет, господи, вы что? Убираем. Ну вот, ну сейчас-то понимаете, нет? Понятно. Ты же мать такой, а? Я как, в каком году там? В 2000 каком? В феврале 2007 года. Ну, бред вообще. Я ходил и в 8-м, и в 9-м в эту больницу, в поликлинику, да? И кровь сдавала, и все, вообще я раз в год, раз в полгода сдаю кровь. У меня Елена сдавала кровь, у нее нету никакого ни ВИЧ, она моя жена, мы полгода жили. Но... И даже при цикле менструальном занимались сексом, то есть это по-любому контакт кровь-кровь, понимаете, нет? У нее анализы нормальные, но до этого у меня, сейчас тут пишут, ВИЧ-то, как вообще там все верить, если у меня уже ВИЧ написали, но... А что им статью не написать вообще? И на кого это рассчитано, как вот вы верите вообще там всему? Ну я пока еще ничего не сказал, что я верю. Нет, вы меня извините, вы сейчас решаете мою судьбу. А в чем я виноват?
Я наоборот, там, ремонт сделал, два дивана, там, часы эти, пару сбоев, 60 лет, не знаю. Я вашу судьбу не решаю. Смысл? Вашу судьбу будет решать суд, а ради я. Ради Бога, дело в том, что я вменяемый. И смысл в чем, как бы, я ее готовлю, стираю, я ее от смерти спас. Один раз нам с балкона хотел спрыгнуть, я за волосы вытащу. Так даже утопленников спасаю. Потому что за руку, если я мог... Это и подтверждается, у меня документы есть, когда написала жалобу на мать, что она хочет забрать квартиру, а Сергей вообще мне жизнь спас и помогает жить, и даже если готовлю, стираю, там, уборки делаю, у нее ключица сломана, потому что она слабенькая, но я ее любил. Мать, мама ее так надавила, что у нее уже выбора нет. Но... А второй раз она пьяная хотела этого сезам есть такие, сезам. У нее человек-то мозговая, значит, что у нее третья группа. Она смотрела на сезам, горе держит, уже заглатывает. Я подбежал так, или наклонил, выплевывает. Но... Вы понимаете, нет вообще, как оно на самом деле. И вот сейчас просто секунду, это возьмете во внимание, не возьмете. Нет, минуточку. Нет смысла. Не надо открывать, ну, то, что это. Она сама падала вообще. У нее баллончик, у нее приступ астмы. Но... То есть, понимаете, нет? Все, закрывайте это и... это все для суда готово. Там вообще нет ни одного вообще, ни малейшего. Меня давно бы уже закрыли, о чем вы говорите? Ну? Видите, инфицирован, я вообще в шоке. Нет. 7-го года, да? Вполне, наверное, не видно, да? Вроде нормально выглядит. Это не видно по внешнему виду. Ну, не знаю, так я сдавал просто. У меня единственное, гепатит С. Я даже с учета уже снял. Меня не беспокоит ничего. Судьбу будет суд решить, да, решать, а суд на вас будет ссылаться. Вот. На каком основании? Долженко говорит, вы говорит, утверждали, что вы Бога подобны это, в 2010 году. Я говорю, так как я мог такого утверждать? Если бы я такого утверждал, я бы не вышел через 40 дней, через 30, это правильно. Меня бы там полгода продержали, ну а как? С такими где-то, если утверждает, он, значит, он не вылечился. То есть они сами себе противоречат. Ну. Мне мама, врач, даже не баллончик, говорит, что у тебя, почему ты падаешь, отключаешь? Мы сидят за ручку, ходили через дорогу и переводил, чтобы она не упала там никак. Ну, были случаи просто, что меня не было рядом, ну, или она перепивала, а ей пить не давать, это плачевно заканчивается. Я не пью, можно сказать так. У меня потому что поджелудочная и как бы гастрит. Гепатит С тем более, но я ей не давал. За счет этого и выжили. У нас дома три компьютера было. Сейчас вот один бук остался. И на комиссии это как бы вот Валентина Леонидовича, там как бы вообще-то понимает, что меняем, или на приемном покое понимает, что меняем.
тем не менее, она вообще угрожала Колосовским, Вера Степановна, теща там, что я тебя упеку в психушку там и так далее. Как вот так вот можно отвечать в психушку вообще? Вот из должах вот эта комиссия у меня, вот у меня, она и пишет, значит, является это угрозой для общества. Это с какой стороны я сейчас являюсь угрозой для общества вообще? Мало того, что там трудное детство, там тюрьма, там, ну, спецучилище, ну, потом психушка, ну, потом примут, только какую-то жизнь начал там, преодолеть. Да это все утихнет и уляжется. Ну. Вера Степановна не упечет просто психушку вот так вот по своим блату, и все, это опять нормализует. Идти вестись на провокации, что ли, там, Шардинского, там, ну а как это называется? Если он как город берет взятки, так о чем это говорит у больного телефон? Причем открыто, ну. Приходил к Владимиру Ивановичу, и что, так вот так бы там комиссия, он говорит, это говорит, не я, это комиссия, там, так вот так. Ну ладно, хорошо. Так я, да, вот тоже в Удочнике лежал в каком 2008 году. И там анализы нормальные были, но никаких там не вещи, ничего. Пишут вещи инфицированные. Это же приговор целый, а? То есть этого нет, да? Ну давайте возьмем это сейчас просто на анализ. Берите просто, есть же у вас процедурный кабинет, да убедите. Ну, мы на СПИД не берем. Нет, ну смысл, то в чем общий анализ проверить, там это нет у меня СПИДа, но вы еще этому тоже верите, что. Я ничему не верю. Вы считаете, что я этому верю? Ну я не знаю, если у вас написано. Я это не у меня написано, это у вас написано в теле. Да, в смысле, я это писал? Нет, это вот то, что там проходили, то они писали. Значит, вы писали. Понимаете, что они. А вы это, я так и напишу, что вы это отвергаете, это вы вычеркнул. Я это удалил. Так я могу сваки принести, в смысле, я нажал, я лежал в больнице, анализы, там, это вы удалили, из акта удалим, это вы не подтверждаете, вот и все. Это очень просто. Я почему вам засчитываю? Потому что то, что неверно написано, все это мы будем удалять. А где это вообще было зафиксировано? Не знаю, это надо спросить, вот кто вам проводил экспертизу в Шадринске. Я только лежал даже в Гушотов ПНД, там
вещевой, один блок, он отдельно, и у меня даже посуда бывает. Значит, у меня к вам вот, Сергей Анатольевич, вопрос такой. Вы ходили на приемы к амбулаторные приемы к врачу. Ну да. После данной экспертизы. Вот здесь пишут, есть записи. Жалоб нет. Настроение было все нормально. Значит, согласен на лечение сонопаксом, пишут. То есть ваше состояние расценивают как удовлетворительное. Так я вообще не страдаю, вы знаете, как вот с мамой, тем более не живем, и там стена, вот, и, ну, брусья осиновые, там все это пенопласт, там, ДВП, обои, все, что это нормальная комната, она не маленькая, раздвоена. Такие вообще живут, что они вообще такие сами по себе, что квартиры, ну, смысл-то в чем, там, эти бараки, там, какие-то там частички, там. Сам делаю ремонт, я у меня сайт веду, наберите, у меня на сайте, у меня продвинут очень хорошо. Это дураку не сделать, вы понимаете, если честно. Это очень сложно. Я поэзию пишу, у меня хостинг из-за границы, кроме шуток. Ну, то есть посещаемость есть, понимаете. Как могут невменяемые вообще люди ходить? И вот они вот такое пишут. А? Сейчас скажу. Если бы я был невменяемый, я бы не смог такой образ жизни привести полтора года. Ни замки вставлять, ни красить, ни берить, ни обои. Я не знаю, чем бы я занимался вообще. Я там на психушку лежал. И Елену я и то вытащил, отталкивал зависимость. Вытащил. Как она пила и мне рассказывала, так она вообще перестала. Значит, так, Сергей Анатольевич, вы признаете свою вину по этим статьям? Вы избивали свою сожительницу? Я отрицаю вину. Все отрицаете? То есть убийством вы не угрожали. Господи. 119 это угроза убийства. Так она мне постоянно это говорит, я тоже сейчас заявление начну. Хорошо. То есть вы ей убийством не угрожали, раз, и никаких телесных повреждений ей не наносили, так? Ну, были подщечины, она мне тоже наносила подщечины. Ну, вот таких вот телесных, которые там написаны, не были. И вот она... Нет, сколько раз вы ее, давайте так, сколько раз вы ее били подщечиной? Ну, когда она перепивала, уже падала, когда баллончиком выбил, и просто чтобы она себе вышла под щечиной, бил. То есть не с целью избивать, а с целью, чтобы, чтобы она протрезвела. Разве не понятно? То есть, чтобы протрезвела. Ну, само собой, когда она падала, то она первая пишет, это на кладбище, там, я не знаю, что, ну, смысл в чем. Она, у нее после ЧМТ, у нее водка выжигает клетки мозга. И когда она всегда ходит в кепке, всегда. И она отключается, падает. Вот, просто вот так вот и падает, понимаете? И вы сделали... И она на кладбище, это было... То есть вы ее не били, да, просто сделали подсчетчину с целью протрезвить. Ну вот она когда с балкона вот так вот прыгала на перепаде, не висела. Я стирался и готовил. Ну, выхожу так, ну, из ванной. У вас сейчас жалобы на здоровье есть? Все в порядке, у меня все хорошо. Ну, какие у меня жалобы? Ну, я не понимаю. Я наоборот жизнь спас от алкозависимости вытащил. Она у меня сейчас ходит там, вот, в чистоте, там, ходила, так сказать. Но мама там из-за квартиры, то все вот это вот бузу. И, так если бы тогда я это сделал, да, почему она тогда бы не написала? Сами понимаете, о чем речь вообще. Меня бы давно она убегала, вообще не стала бы ни прописывать ничего. Но оно не сопровождает. А у вас брак с ней зарегистрирован? Да, я давайте паспорт покажу. Нет, я вам верю. То есть она ваша официальная жена. Да, у меня одна вторая. Вы подтверждаете это, да? А когда вы зарегистрировали брак? 19 июля 2012 года. Сейчас вы разводитесь или нет? Ну, я как бы отказал ее в разводе, понимая, что она... Это она хочет развестись? Она с подачи мамы все, из-за квартиры. Она на одну вторую на меня оформила. Она вменяемая, получается, мне невменяемая, одну вторую. Ну, понимаете, что тут пишут вообще? Одну вторую, у меня документы сейчас на квартиру с собой на одну вторую, да, понимаете? Это было в этом 13-м году, в конце февраля, 20 февраля и 3-го, значит, марта, марта мы получили документы на одну вторую. И мама узнала, что она охотилась за квартиру, она вообще, когда у нее муж умер,
документы были у Елены сестры. У нее секонд-хенд, она жив, вот, и не дам соврать, это Ольга ее зовут. Секонд-хенд, все было. Она приходит к ней и говорит, отдай мне документы, Елена скоро-скоро сама умрет. Она вообще в шоке, она брата похоронила. Я с ней разговаривал, есть такой кафе, деловой квартал. Ну, я там пиво там пью, там бизнесмены собираются, там, пиццу там, не знаю. И она говорит, так как не говорит, я ей говорю, как вы говорите, дочь в могилу, говорит, я живую. И она говорит, вот так вот разговаривает, пока, говорит, клиентка не зашла, но она там была в магазине. И смысл в чем, она по телефону ей говорила, да, типа, отдай мне документ, она постоянно охотилась с документами на квартиру. Из этого она переписала одну вторую, чтобы она не смогла забрать. Вот секундку вот так вот, понимаете, и вот меня ему признали. Потом, знаете, мы к Усову походили в лавку. Он ей даже говорит, а ты какая, говорит, не у меня. Ей мама говорила, узнала о том, что это. Она одну вторую, все, Лена, ты домой, значит, ага, так что ты была невменяемая. Понимаете, вывод сразу сделал. Я у нее не пластины после ЧМТ не видел. ЧМТ это как понять? Я не врач, конечно, но обычно пластины говорит. У нее единственная ключица, которую можно переломать. Но. Там смысл, все вот это вот сделано, все, Вера Степановна, теща. Но. Я вообще не виновный ни в чем. Она меня сейчас любит. Вы сейчас камеру лекарства принимаете? Нет, она так пиццу, я как бы вот устраивал. А ночью вы как спите? Да не плохо сплю, нормально сегодня. Жалоб у вас нет на здоровье? Да прекрасно, у меня все, какие жалобы? Нет жалоб, да. Сам утюгу, сам стираю, сам готовлю. Значит, Сергей Анатольевич, вам никогда вот в течение жизни никогда не проводила стационарная экспертиза, да? В смысле стационарная? Вот есть такая стационарная экспертиза, в течение 30 дней наблюдают в стационаре. Знаете, у меня уже вот галактеризола, челюстизиола. Нет, экспертиза нет. Такая не проводилась у вас, а? Нет, такая. Нет. То есть вам проводились вот такие амбулаторные экспертизы, да, беседы? У меня первый раз, когда привезли, значит, Владимир Иванович, что сам рисует. Я вообще не, что он рисует, что вот так ему делать. Я чего поэтому это мне дело положил. И мне этот Клюкин, когда я жалобу писал в Москву на этого философского, он понимает, он мне так вот, ну как вот вы сидите, да, вот так вот, вот я сижу, он говорит, ты рисовал. Я говорю, нет, ну, пойду через типа, в таком плане, ну. То есть вы считаете, что сейчас вы полностью вменяемый человек, вот, все нормально, никакой опасности не представляете, вот, жалоб нет и все хорошо. Ну, а как, в какой статье невменяемый, да, понятно? Как вообще понять невменяемый? Это то есть, что они... Ну, нет, вам же это уже, вы проходили эту школу, то есть вас... Какую школу? Ну, вы же врач, учите меня. Вас признавали как-то... Там Наташа говорила про какую-то... Она говорила про заочную экспертизу какую-то 6 числа, чтобы напомнить. Ну, я помню. Ага, что лежит. Ага. Ну и что, и Уцоров что-то рисовал, да? Я уже объяснял. Ну, это в деле вложено, это ключи мне показывал, значит, это 4 стола, я говорю, нет, я к столу-то не подходил, как я мог вообще рисовать это разными пластиками. То есть я вот сейчас к вам подойду, да, и в столу свои буду рисовать, что ли, санитары рядом стоят, и я якобы больной. Вы понимаете, что это невозможно вообще. И как понять, не меняем, что вы мне объясните, не меняем, это что вообще? Нет, у вас же есть опыт. Нет, я видел, конечно, невменяемые книги, галлюцинации, бредят там, всякое разное там, да. У вас опыт есть. Вы же в Шадринске находились уже на кредитном лечении. Так я находился, я по своей воле там находился вообще там, если разобраться с этим. Ну так и когда находился, это было в прошлом вообще там. Последний раз в 2010 году, тогда 30, и потом, значит, это как бы на таком амбулаторном, да, докашивал 40, да, получается. Но. Чувствовал себя вот по справке, да, по карточке, 3 года себя чувствую хорошо. Вы сейчас задаете мне вопрос, применяем или нет? А разве нет? Нет, я не этот вопрос вам задаю, а я задаю о вашем самочувствии. Ну я вам такой раз-то буду повторять. Я чувствую себя хорошо, сон хороший, но. Какие проблемы? Я поэзию пишу. И принимаете только Сонапакс, да? Ну, принимаю Сонапакс. Я вообще могу не принимать. Я не надо, нет. Я говорю, ну дайте, вот так вот. Но, в смысле, мне его не навязывают, что тебе надо его пить. Надо эту Сонапакс, я говорю, ну выпишите, все. Понятно.
Ясно. То есть я так понял, что вы, в принципе, свою жену не избивали, а вот когда она напивалась сильно, пытались, чтобы она протрезвела. Когда она падала на кладбище, за первым случаем она пишет, там даже полиция подъезжала. Они поняли, что она сама пенёхонька была, пенёхонька и падала, но так... Это другой вопрос. То есть с вашей стороны никаких насильственных действий не было. Нет, у нас были какие-то там, допустим. Нет, вы мне только что сказали, что вы делали пощечины, чтобы оно протрезвело. Это понятно. Бывает, что человек пьяный, его там бьют по щекам, чтобы она, чтобы человек пришел к себе. Я скажу прямо, я ее не избивал, вас устраивает. Да, то есть это четкое заявление. Вы ее не избивали, убийством не угрожали. Ну, это уже более, как говорится, ясное заявление. То, в виде пощечины, что протрезвело, это понятно, в принципе. Бывает такое. Вы понимаете смысл, что я чувствую, если я стираюсь за нее, она ржать не может слабо, я чую, бить-то буду. Она почему этого не писала, так это, только с подачи мамы, если... Ну, я вообще не знаю, как это вообще-то можно. Суд-то на вас было ссылаться, что вы там признали меня, на каком основании, вообще понимаете, нет? Так, я же человек живой, я же не собака. Знаете, пожалуйста, значит, вам надо, это, мобильный, это чей телефон? Домой мой могу. Это ваш телефон? Да, это мой телефон. Так, давайте, это, надо раздеться, давление, чтобы фамилия. Полностью, если покоя. Я хочу просто давление померить. Так, это надо... Кто? Кому вы? Thank you.
значит, вы ее не избивали, убийство не угрожали. Правильно я выразился? Да, ну, нет, смысл говорит. Нет, подтверждаете это. Но я вот по поводу угрозы убийства, это, знаете, это... Нет, как, убийство все. При Маринейме, конечно, не всегда такое вот так вот, я мог ее, допустим, и на три буквы послать, там, Джокер тоже не чистит. Речь идет об угрозе убийства? Нет, конечно, нет, такого не было. И избиение. Я не избивал, я не угрожал, что смысл? Зачем? Любимый, да я, знаете, проплакал, когда она ушла вообще. Я и сейчас ее жалею, у меня слезы бегут, а что я могу сделать? Ладно, вопросы будут. Нет, все можно делать. Ну вы не можете оставить вообще. Нет, это потом заберет следователь. Просто я как бы не хочу просто вот так вот, ни с того, ни с сего, но решаться свободы с чьей-то подачи непонятно. Нет, а ну суде просто они на вас будут ссылаться. Следователь заберет. По времени выжили? А Плетаева, а как имя отчество ваше? Наталья Игоревна. Наталья Игоревна, скажите, а почему дело не закрывает? На суде вот опровергли ее показания вчера. То есть ни один не дал показания, что она была с побоями, что она была окачена таблицами. Вчера был суд по поводу одной стороны. А какое дело гражданский суд имеет по полному? А в смысле показания по побоям, какие она пишет, да? У меня вообще нет никаких данных про ваше гражданское дело. Тогда при чем здесь гражданское дело вообще? А ваше дело на каком основании вообще ведется? По заявлению потерпевшего. По заявлению? А заявление это обосновано вообще? А чем она? Как-то сука вы будете разбираться? Что же комиссия вторая в Кургане прошла, ну. А вы все еще разбираетесь. Почему по моим-то заявлениям-то вообще, или по ее-то на ее маму, да, на коррупцию, то почему дела-то не велись, а почему мое ведется необоснованное вообще? Сколько лет вообще съемных показаний якобы я там не снимал, сколько прошло месяцев вообще? Где свидетели, где побои вообще? Все свое время, да? Свое время, да?